Смотрите, что мы нашли. Мы решили уехать. А я там видела, что было написано, что была есть плотина, да? Я ему говорю, слушай, давай около плотины там остановимся. Я видела, что написано плотина. И вот посмотрите, что мы видим, да? Типа вот это на карте показано. Это Димолито, кома Димолино, молито, кома кое сикама, дига Димолито, Димолто. Просто чтобы вы посмотрели по карте обязательно, вот какое там вообще идет. А, молато, молато. А, кон у, а, кон, с одной Л, молато. Вот. Это вот озеро, да, оно на GPS, когда ты машину ведешь, да, показывает огромное озеро. Вот я сейчас покажу, какая лужа. То есть вообще просто ничего нет, вообще никакой воды нет. И это трубы, это вообще невероятно. Я им дают 1920 год, ребятушки. А вот я почему заинтересовалась, тут все наше, кстати, наше. Пошли тут вибрации, вот эти вот, да, а? Опять Муссолини тут строил, бегал. То есть он везде и Шабертон построил, и тут и все диги, и Чентрали. Все, все, все. И откопал Рим при этом. Все сделал. Вот. И посмотрите, это вообще, это что, да? Вот просто. Это невероятная структура. И туда идет, посмотрите, какой маленький каналчик, да? То есть ради такого маленького каналчика, да, вот такой огромный. Это явно видно, что эта стена внутрь идет. Просто там еще арки наши. Вот надо было еще в 1920-м, значит, еще строилось по-античному, понимаете? И только сейчас, только, значит, какие там, 70-е, 60-е, да, уже стали строить вдруг, значит, по-новенькому. Вот. Вот мы сейчас ее все обойдем. И это просто невероятно, невероятная вещь. Невероятно. Огромные трубы. С другой стороны, она там у нее это арки такие, просто типа в 5 рядов, что ли. Ну, потом, если я не увижу вот так вот, ну, на, как сказать, вживую, то я на картинке вам покажу, на фотографии. Мол, на фото, ну, как она, по идее, да, выглядит вообще. Вот все, видите, вот все сухое. А оно должно быть все полное, причем оно далеко идет, ребятушки. Вот там тоже стены, но видите, наши. Вот такое огроменное сооружение с такими какими-то огроменными трубами, да, туннелями опять же. Коммуникации, но здесь же нужно как-то мне на плотинах нужно много коммуникаций, да, много, да, нужно много коммуникаций, все менять что-то надо. Так, там, по-моему, гроза начинается, вообще прекрасно. Вижу там сталактитики, посмотрите, наши жижевские, видите, висят. Вот, невероятные трубы, которые, посмотрите, как идут, да? То есть идет стена, опять же, как вот в домах у нас, как бы ни с того ни с сего, начинают наискосок идти вот трубы, да? Вот тут наш этот, в нашем стиле, опять же, все с вибрациями зачем-то. Вот в 2020 году нужно было это делать, выпендриваться, да? Такой вот, типа, вот. Стена, непонятно что, с колоннами, да? Трубы роста, блин. И вот это озеро, по идее, должно быть полным, вот, а его нет. Посмотрите, какая огромная стена. Ой, ужас, ужас. Посмотрите, ужас. Вообще. Просто невероятно. Там тоже стены. Вот представьте, что идет под землю. Вот там тоже стены идут. И там стены идут, вот там, если дальше. Вон там, где типа это что-то, не знаю, что это сверху.
Наконец-таки плотина, по которой можно ходить. Ой, слушайте, вы посмотрите, какие арки. Вы посмотрите, какие арки. Посмотрите, это вообще, посмотрите. Смотрите, какое-то безумство, безумство форм. Невероятно вообще. Просто. Кто бы такой просто невероятный. Ну, я говорю, сколько уже вот мы их снимаем, вот этих невероятных безумных сооружений, которые просто там, особенно, знаете, как это, перепады вообще высотам между стенами. Даже нужно было все равно такими обладать. Даже в 2020 году технологиями. Вы посмотрите, какой орел тут. Кстати, да, как это построили еще вот. Над обрывом получается. Орел, да еще и с этим. Как не меч, а что, топор такой вот. Посмотрите, там тоже стены, посмотрите, да? Вообще просто. Видите? Туда тоже идет какой-то канал, видите? Бук. И вот всего там две этих, да? Такую огромнейшую штуку вымахать, чтобы всего поставить две этих штуки, вырабатывающие электричество, да? Вот, пожалуйста, труба роста выглядывает, посмотрите. А она должна была быть в озере, ребятушки. Тут озеро большое показано на этом, на GPS. Я говорю точно вам. Кстати, какие столбики, да? Колонны, столбики, колонны. И вот опять, кстати, братцы вообще. Чем нужно было, да, это вообще электричество нужно, а не тут не красоту наводить. По идее. Начинается. Только прикрикнула сразу. Ну ладно, ладно. Вот везет у меня теперь на технические эти сооружения. Не, ну вообще арки просто невероятные. Тут вообще, посмотрите, какое отверстие странное. Как типа. Конечно, не знаю, что складка какая-то. Тут тоже, кстати, да? Тут, кстати, все, мороз наш. Да? Арки, ну как будто мы входим в монументали, знаете? И нужно по-латински. Вот я говорю, что какой смысл в 20-м году еще вот было бы по-латинским писать? Но это смешно, понимаете? Да не было уже тут в 20-х годах латинским. Не пользовались им, как бы, если по истории то же самое ваше официальное, блин. Лавдато си ми сеньоре мер сораква. Лаквале и мульто. Тиле это. Прециоза каста. Видите, что дал сеньор Акву нам воду, да, типа, что она очень дорогая, кстати. И каста, кстати, каста, да, это же каста. Вот, ну, кстати, наши эти. Вот опять же, чего вот это все приписывали кому там? Боромео, по-моему, да? Причем здесь вот эти вот, не понимаю, блин. И уже Муссолини вообще, вот, понимаете, это же показано, доказывает, что это все одно. И тоже для всех. Понимаете?
Без разницы, без разницы, какой это век, какой это год. Кстати, кстати, как все растет, видите? Вот так посмотришь на историю Италии, так такие все добренькие, знаете, все делали для народа, все, воду там добывали, все там, да, каналы делали, ну это вот просто смешно, это не может быть такого, никто ничего для народа не делал никогда в жизни не сделал, мы же сейчас это видим, блин, вот, короче, аквакаст, видите, пресьоза, ну, понимаете, пресьоза, да, это, то есть, как дорогая, да, вот. И каста. Каста это ведь вот эти вот градусы, да, вот этих все-таки. Ну, я посмотрю, что по-латински каста, но как бы касты же вот в индийской, да? То есть эти вот как это уровни, значит, может быть. Видите, уже нас разделили на касты, когда выпустили нас из туннелей. Дойду. Невероятная плотина. Ой, еще какие-то посадки. Тоже появляются из канала эти. Там как будто скоба, да? Вот. Точно не могу сказать, но... Горки такие, да? Аквапарк. Как все неровно, да, это писать. Вообще невероятно. Вот, посмотрите, идет арочный, это, да, типа такой акведук. Это, скорее всего, и под землю потом идет вот это вот все арочное. Это арочный, типа, мостик. Вот вибрации, вот так вот надо было так извращаться, вот так построить в 20-м году, да? Понимаете, вот такие извращения строить. Да еще и между арками, еще и круг тоже забабахать, вообще вырезать. Просто делать нечего им было. То есть думали не как воду добыть, а как вот покрасивше вот тут все оформить, да? Там вообще тоже вот это железное, я бы поизучала, но подойти нельзя. Крашено специально все в серый цвет. Скрыть чугунное все, понимаете? Стена невероятно огромная, невероятно. И там вот смотрите, видите, это озеро дальше идет дальше, но там посмотрите, что вышло, видите, из озера. Как стена вышла и какой-то туннель, видите? Пожалуйста, это должно было быть под водой. А вот наш костелушка, видите? Видим отсюда. То есть тоже как-то все неоднозначно, да? Пойду там изучу вот эту. Огромнейший, да? Кстати. И вот посмотрите. Тоже вот, кстати, да? На домике это. Вот зачем, да, скажите? Зачем такое извращение? И крышу такую зачем делать? Я вообще не понимаю, зачем вообще вот эта штука нужна, да, по идее была бы. По идее, это чисто акведот романский. И, кстати, стена явно, видите, не 20-го года. А? С дырочками-то в правом боку.
И обязательно фонтанелла маленькая такая, да? Вообще. Вот что это, да? Что это? Зиккурат такой. Стена зиккурат. Видите, как? Посмотрите, как стена и... Видите, как стена и вот эта вот колонна, как они одно целое. Видите, кстати, они отдельно стена, видите? Стена и эта вот колонна это, они как одно целое. Кстати, тут тоже. Такую мы видим впервые дигу. Посмотрите, опять дига, да? Вот что же они одинаковые-то диги не строили, непонятно. Такую мы видим первый раз вот такую. Да они все разные, нет ни одной одинаковой диги. В Альдаосе там просто стена закрывает наш этот, как сказать, наш мир, мне кажется, в котором мы, как бы, грубо говоря, пасемся, да? Что-то туда не разрешают идти. Вот эта вот форма, я вообще валяюсь, да? Вот зачем в 20-м году было бы такую форму античную делать, да? И еще чугунная вот эта кожа сверху. Повторяющая все линии идеально, да, вот? Девочки будут обсирать. Вот. Невероятно вообще. Просто. Что только в Италии не откроют, видите, стена, да? Тоже, видите, соединяется со стеной, кстати. Еще как бы дополнительная стена лестница. А то честно у нас пускают. Да тут скоро можно будет спокойно там обходить, блин. Тут больше этой дигой наделано проблем, чем помощи, да. Все, как бы там все. Ну, это потому что мы-то ничего не можем сделать, понимаете? То есть вот представьте, просто если кто-то решил, вот давайте снесем эту дигу. Ну, вот эту плотину. Я хочу на него посмотреть. Просто невероятно вообще. Сооружение вот с этими, с этим помпезностью этой, да, с этими там орлами, блин. О, и наши, естественно. И наши, естественно. Кольца чугуна, видите? Невероятно, невероятно, слушайте. Ну ладно, все, выключаю уже. Все, я прошла ее, что? Сейчас что не замечу, да? Вот, посмотрите, тоже слои стен, да? Мне кажется, что если дальше это озеро сейчас обмелеет, мы дальше увидим стены. А, вот, посмотрите, это абсолютно наша чугунная какая-то, типа рупора. Фильтр какой-то. Посмотрите. Вообще. Вот так вот, такую сетку бы сделали, да? Чугунную. Да, да хоть какую, вот так возьмите, сделайте такую сетку в 2020 году. Невероятно.
кожа, да, это сходит, посмотрите. Видите? У него кожа есть. Кстати, тут тоже чугун торчит, видите? Чугунный крюк, видите? Где уже спуск вот там. Это кожа у нее сходит. Здесь все это... О, начинается дождь, ребятушки. Ладно, все, я пошла. А тут еще кожа вот только-только лопнула. Вот. Ладно, все, ребятушки, поехали. Пока-пока.